Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Ви дивитесь Live Studio День. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Цю інформаційну годину ми почнемо з наступної теми. Національне рейтингове агентство IBI Rating повідомляє про підвищення кредитного рейтингу Одеси до рівня UA. Такі рівні рейтингів відображають доволі хорошу інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватись за своїми зобов'язаннями, тобто брати кредити і надалі. Додам, сама ж Одеса щороку замовляє за майже мільйон гривень дослідження, аби статус міста оцінили експерти. А от в Інституті економічних досліджень щодо рейтингу Одеси вважають інакше. Цього року організація зауважила, що Одеса входить до списку міст з найменш сприятливим бізнес-кліматом. Далі на цю тему спілкуємося з доктором економічних наук. До ефіру долучається Сергій Якубовський. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброе утро. Ну, вже день, можна сказати. Можливо, у вас і ранок. Спасибі, що долучились до ефіру. Ну, передусім, як економіст, поясніть нам, чи дійсно на даний момент Одеса має хорошу інвестиційну привабливість? Я думаю, що Одеса имеет хорошую инвестиционную привлекательность, но по сравнению с другими украинскими городами. Вот вы тут привели высказывание какого-то частного института, я бы не стал вот с ним соглашаться, что там инвестиционная привлекательность Одессы хуже, чем у кого-то. Одесса обычный украинский город, при этом действительно есть инвестиционный потенциал, связанный с прекрасным геоэкономическом положении города. Правда, к сожалению, пока это только потенциал, именно то, что потенциал, знаете, то, что может быть использовано в будущем. То есть если вдруг вот в Украине ситуация поменяется, если не бизнес местный будет руководить в Киеве, в Одессе, в Харькове, а именно какие-то национальные силы, которые будут заинтересованы в том, чтобы страна развивалась в пути европейской интеграции, чтобы к нам пришел европейский либо американский инвестор, тогда, конечно, Одесса, я думаю, будет на первом месте и далеко позади оставит Киев, Львов. Но пока что мы там, где мы есть, и поэтому обратите внимание, Одесса, как и другие города, заказывают рейтинги не в международных агентствах, а в местных. Вот тот рейтинг, о котором вы говорите, его создает частная компания, которая находится в Палладиум Сити центре в Киеве. Ну, это не наш Палладиум, но тоже, вот, как, судя по названию, да, вот, компания, да, украинская, ей платят деньги, и она по своим методикам там вычисляет инвестиционную привлекательность города. При этом многие города, тот же Харьков заказывает рейтинги в этой компании. Некоторые банки заказывают, например, Укргазбанк, Сбербанк, российский, кстати, Сбербанк. То есть это такое, в принципе, нейтральное украинское агентство. Но опять-таки украинское, это значит, что есть определенные правила, по которым оно действует. Это украинские правила. То есть платят деньги, значит, наверное, соглашаются с тем, чтобы поддержать город. Но вот если посмотреть на анализ данного агентства, то он, в принципе, нормально сделан. Там рассматриваются такие вопросы, как долговая нагрузка города. И здесь я хочу сказать, что, например, у нас ситуация лучше, чем в Киеве, который там набрал долги, потом государство платит за Киев. То есть у нас там где-то относительно небольшая задолженность, относительно, то есть если взять бюджет 2022 года, то там где-то 330 миллионов гривен будет выплачиваться по долгу города. С одной стороны, это много, с другой стороны, это не критично. То есть вот, нет риска дефолта Одессы. Поэтому здесь ситуация такая стабильна, но украинская стабильность. Вот пока есть государственный бюджет, пока государство поддерживает Одессу, потому что Одесса поддерживает ту систему государственного управления, которая есть в Украине, когда богатые практически не платят налоги. И вот вчера рассматривался бюджет города Одессы, кстати. Вот вы можете обратить внимание,
там сколько город планирует получить вот продажи городских земель, там, по-моему, цифра 30 миллионов гривен, да, ну, возможно, можно было бы дороже продавать землю. Там в бюджете указана цифра туристического сбора 10 миллионов гривен за весь 2022 год, то есть там, по пару гривен с одного приезжего, да, то есть, а на самом деле Одесса могла бы получать вот на туристических услугах не бизнес, который зарабатывает, а именно сам город, значительно больше денег. То есть, здесь есть проблемы, но опять-таки это вот стандартные украинские проблемы стандартного украинского города, когда местный бизнес контролирует городскую власть, и, соответственно, и бюджет формируется под местный бизнес, и налоги платятся мінімальний. Тут же можна поставити налог на недвіжимость в Одесі. Ну, я ось тут думаю, пане Сергію, що Одеса заробляє, але не одесити. Да, то есть, вот мы смотрим, когда городской бюджет, мы видим, что вот там, где можно было бы, ну, вот, на мой взгляд, минимум можно было в два раза больше увеличить доходы городского бюджета и, соответственно, потратить больше денег на одесситов. То есть, ну, опять же, тогда нужно где-то у кого-то попросить из богатых, чтобы они заплатили больше из тех сверхдоходов, которые получает та же туристическая отрасль или те же гостиницы, которые, ну, опять-таки, туристический сбор 10 миллионов на весь сезон. Ну, с одной стороны, мы слышим, сколько миллионов туристов приезжает в Одессу каждый год, а с другой стороны, мы видим, вот только 10 миллионов вот, непосредственно туристического сбора за весь год получает городской бюджет. То есть, я уверен, что сумма значительно занижена. Ну, про що тут говорити можна, якщо навіть оренда пляжів у нас буквально практично за копійки просто надається, але це зовсім інше питання, наболіло, я розумію, що про нього треба багато говорити, безумовно, будемо це робити. Щодо ось цього рейтингу, ну, щороку з бюджету витрачають близько мільйона на визначення рейтингу, чи взагалі доцільно такі кошти витрачати? Ну, я думаю, что все-таки нет, потому что ну, вот ценность этого рейтинга, то, что вот другие в Украине города, тоже некоторые города, не все, Киев, например, он не заказывает рейтинг в этом агентстве, например, Сумы, Черкассы, Харьков, вот Белая Церковь, да, тоже заказывает, но ну, это рейтинг именно для имиджа, для того, чтобы отчитаться перед одесситами, вот видите, как нас хорошо оценивают там каком-то бизнес-центре Киева. То есть, ну, миллион, я думаю, что это не стоит. То есть, можно было заказать реальный рейтинг какой-то там научной организации в Украине, в Одессе, но тогда, возможно, вот не было бы такого хвалебного отзыва, который есть. Хотя, и опять же таки, вот чем хорошо это агентство, я почитал этот отзыв, там не написано неправда. Но там написано, что да, можно было бы увеличить в два раза доходы бюджета, не написано, что вот не в полной мере возможные доходы собираются. Да, то есть ну, такой тот красивый отзыв, но он является правдивым, то есть все острые углы обойдены, а то, что вот написано, там цифры справедливые. Поэтому как бы, это агентство не лжет, но например, для иностранного инвестора этот вывод, он ни о чем не свидетельствует. Это именно для внутреннего пользователя, для people, как говорится, для населения. А так для населения это выглядит как неплохо. Так, пане Сергію, нещодавно був ще один рейтинг, наскільки українські міста є привабливими для бізнесу. Так ось Одеса у цьому рейтингу займає там антилідерство, можна сказати, тримає. Тобто бізнес не хоче заходити до Одеси, до Одеського регіону. І ключовий аргумент – це корупція. Я с вами согласен, я этот рейтинг не видел, но в целом это тут да, тут действительно Одесса отличается от других городов. Я думаю, что Киев, он где-то тоже схож с Одессой, потому что вот местная власть, она связана с местным бизнесом. Конечно, зайти в Одессу, там, условно говоря, взять в аренду какой-то пляж там, в Аркадии, либо на какой-то станции Фонтана, человек, который там имеет деньги, который бы просто хотел развить бизнес и предоставить качество услуг, я думаю, что просто невозможно. То есть или, например, там, начать строительство где-то просто потому, что есть интересный проект. Поэтому мы видим, что у нас нет, например, туристических комплексов, таких кистов, той же Турции, да, хотя мы могли бы с Анталией соперничать, но у нас нет этих инвесторов. Они пытались много раз зайти, но не видели, сколько формальных требований, и
им неформально говорили, что ну, вы можете, конечно, постараться все это выполнить, но потом может возникнуть еще требования. Поэтому да, в этом плане, учитывая, что Одесса очень дорогой город, что в Одессе земля очень дорогая, то поэтому местные бизнесмены и местная власть стараются оставить все это для себя, и у нас нет иностранных инвесторов, а без них Одесса не сможет развиваться, потому что мы должны выходить на европейский уровень, а пока у нас украинский уровень. Так, Одеса постійно інвестиційно приваблива, але з приставкою потенційно. І ось ця потенційність вже триває дуже багато років. Хотілося б дійсно сюди передусім заходили іноземні інвестори, але ось ці не поспішають заходити до нас, тому що знають, що передусім треба зайти до міської ради, поговорити з нашими чиновниками, занести певну суму грошей, потім відкривати свій бізнес. За такими правилами грати європейські інвестори не хочуть. Я согласен, Евгений. Ну, можна, в принципі, і через Київ зайти в Одесу. Ну, тим же путем, як ви описали. Поэтому тут у нас є і київські інвестори, то есть, ну, те, которые, опять-таки, связаны с верховной властью в стране. То есть, вот это, але, тут, через, але через Київ буде дорожче, пане Сергію. Ну, это я не знаю. Но в любом случае, вот эти все пути, они не те, которые нужны Одессе, Украине. Потому что, вот вы правы, нам нужны европейские инвесторы, которые просто создают бизнес-план, у них есть активы. И потом эти активы начинают работать, инвестор получает честную прибыль, а город получает инфраструктуру, привлекательность для туристов, рабочие места и так далее. То есть это схема, которая сработала практически во всех странах, где руководители согласились открыть экономику для иностранных инвесторов, и тем самым они выиграли тот же Таиланд, другие страны Юго-Восточной Азии. Это беднейшие страны. Но они разрешили инвесторам работать, и уровень жизни постоянно у них повышается, и привлекательность стран повышается. Ну, ще одне коротеньке питання. Ось у 22-му році уряд виділить 140 мільярдів гривень на відновлення інфраструктури, на реставрацію. Частка коштів дістанеться і Одесі. Ну, тут безумовно, передусім буде йти будівництво доріг. Ось, якщо у нас будуть хороші дороги, інвестор може зайти передусім до Одеського регіону? Понимаете, дороги хорошие, это, конечно, хорошо, но вот чем вредит вот это большое строительство нынешнего президента? Оно вредит тем, что созданы новые монополистические структуры, в том числе в Одессе. И последние исследования показывают, что вот, ну, условно говоря, вот 130 миллиардов гривен было выделено в прошлом году, 55 миллиардов – это, в общем-то, чистая прибыль новых монополистов. Если бы это была свободная конкуренция, если бы действительно тот, кто может построить лучше и дешевле дорогу, получил деньги и строил бы так в Одессе, я только за, что в городе, что в области. Но, например, если посмотреть смету, которую сейчас предлагают строители, то, например, сравнить цену среднего ремонта дороги в 2019-2020 году, то цена выросла более чем в два раза. То есть за год более чем в два раза. Почему? Потому что люди увидели, что нет никакого контроля, что можно, в принципе, как-то договориться, опять-таки, тут же в Киеве, наверное, и получить на область там какие-то 30 миллиардов гривен. И в Одессе есть там пару человек, которые контролируют там большую часть огромных заказов. И так в любой области. То есть возникают картели, которые получают огромное финансирование. Их никто не контролирует, потому что государство выделяет, а потом само оно контролирует, и это не тот подход. Конкуренции нет. И в результате мы получаем, конечно, дороги лучше, чем были, но эффективность этих вложений крайне низкая. А вот эти новые миллиардеры, которые сейчас создаются в каждой области, они будут вести себя так же, как старые миллиардеры, то есть они будут и дальше ограничивать конкуренцию, они связаны с местными органами власти. Поэтому вот тот иностранный инвестор, о котором мы говорили, и для туристической отрасли, и для строительства в том числе, он просто не может попасть в эту отрасль, и поэтому
огромный минус то, что вот созданы вот эти новые картели, хотя на самом деле многие из них были и при старом президенте, и при предыдущих президентах, но вот сейчас, благодаря Пане Сергію, дивіться, ці монополісти були і до великого будівництва, навіть якщо брати Одесу, є така сумно відома, не знаю, славно звісна компанія «Роздорстрой», яку пов'язують з Геннадієм Трухановим. І ось так стається, що лише ця компанія постійно виграє тендер. Я з вами согласен. Тобто, я говорю, просто масштаби були другі. І був, ну, знаєте, якийсь контроль. Тобто, було якесь протистояння в Києві, групіровок. Зараз от монобільшинство у президента, він поставив везде своїх людей, які просто вот закрывают глаза полностью на все, что связано с ним. А великая стройка президента, значит, деньги, которые выделяются на нее, они могут тратиться бесконтрольно. И даже наоборот, если кто-то там начнет кому-то придираться, скажет, это же вредит имиджу президента. Поэтому вот бесконтрольность возросла. Помните, мы там иногда у вас обсуждали там антимонопольный комитет. Сейчас его нет. Понимаете, сейчас все эти компании, они просто вот там были тендеры. Потом прийняли таке правило, що можна проводити іноді навіть державні закупки без тендерів, либо спеціально так формуються условия конкурсу, що тільки вот одна компанія може участвувати. Далі. Тобто зараз ситуація стала хуже, тому що більше денег. Знаєте, постковідної Україні більше денег, ніж було раніше, тому і можливості осваивать їх огромные, и, соответственно, прибыли местных властей и местных бизнесменов стали тоже больше. Их могущество Дякую, больше. Пане Сергею. И, соответственно, сложнее спорить, потому что они вообще уже не обращают никакого внимания на средства массовой информации, а правоохранительная система, она, в общем-то, им подыгрывает. Спасибі, я вас почув, на жаль, вже немає часу. Дякую дуже за те, що долучились до ефіру Live Studio День. Сергій Якубовський, доктор економічних наук, був з нами відеозв'язком. Я нагадаю, що IBI Rating заявило про підвищення кредитного рейтингу Одеси.